всегда приятно играть против сильного соперника. И я считаю, что мы сегодня достойно показали волейбол. И будем ждать в гости «Динамо Казань». Раскрепостились, и вот эта вот свобода нам сегодня помогла практически выцепить. Матч чуть не получилось, но ничего. Да не испугались. Повезло просто Казани чуть больше, и все. У нас сложный сезон был. Мы попали в восьмерку. И то есть это как награда играть в хорошем зале против хорошей команды, атмосфера. Мы просто хотели почувствовать вот это все. И для нас вот именно важно было просто хорошее настроение, разбор соперника, каждый розыгрыш, не обращать внимания на счет, там, какие партии там. Просто каждый мяч следующий, все, и позитив на площадке. И это помогло просто так сыграть. Ну, можно сказать, да, что полдела сделали, потому что нужны две победы, одна уже есть в кармане. Будем готовиться ко второй, и хотелось бы не растягивать удовольствие. Думаю, и в степени наигранности с игроками, потому что ищем какие-то комбинации тоже со своими нападающими. Но я хочу сказать, что Краснодар тоже молодцы. У них действительно прирост с последней нашей встречи. В той же защите, приеме, в последней игре они очень много провалили именно в этом элементе. А сегодня я вообще помню, я не помню даже эйса в их стороне. Они молодцы действительно, все укорочены, все силовые, они хорошо стояли и принимали. Чуть-чуть не считается у нас. Да, победа, тяжелая игра была. Но Краснодар хорошо подготовился, хороший разбор. И играли очень хорошо в защите. Тяжело мы перестраивались. В итоге пробили, добили. Получилось, да, там на каких-то... Нервная игра была, поэтому такой результат. Но Краснодар, я не думаю, что в плей-офф есть слабые команды или там... Не знаю, Краснодар никогда не был слабой командой. И у нас плюс дорога такая будет, не очень удобная, поэтому никто не думает, что будет легко. Да, мы планируем ее, что она присоединится. Сейчас у нее этап восстановления, там небольшая травма, да. Но мы надеемся, что она будет у нас в следующей игре или там через игру. Ну, будем форсировать не хотелось бы, поэтому... Человек должен становиться полноценно, чтобы полноценно помогать играть.